Друзья, всем привет! Всем привет! Так и хочется сказать, сегодня суббота и новый выпуск. Но, к сожалению, не могу я так сказать, потому что сегодня не суббота, сегодня у нас воскресенье. Ну, а если вы уже смотрите сейчас выпуск, то это уже понедельник. В общем, что? Решил для вас такую вот новую подводку сделать. Я очень стараюсь выпускать вовремя, но иногда бывают такие накладки. Так что, друзья, приятного просмотра. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А мы пошли смотреть фильм. У нас есть две классные новости, даже три. Как видите, я поменял локацию немножко, переехал в другое помещение в доме. Теперь я в своем кабинете. Вторая новость. Нас все-таки пригласили на фотосессию. Помните, я в одном из видео рассказывал, что мы сфотографировались на кастинг, сниматься в телепередачах, в сериалах. Нам сказали перезвонят через неделю, но так и не перезвонили. И мы как бы на это, ну, особых надежд не пытали. Но, тем не менее, нам вот позвонили и сказали подъехать. Так что поедем на фотосессию. Так полагаю, пообщаться, сказали пообщаться, взять с собой вещи, одежду, нас еще пофотографируют, то есть позаписываю видео и покажу вам это видео. В общем, очень круто, очень нам, ну, мы очень довольны, что мы прошли, нас выбрали и поедем. И третий момент, который хотелось бы осветить, все-таки мне привезли наконец-то NetEU, интернет, помните, говорил, что, ну, такое не совсем хорошее слово, в общем, но... Привезли мне все-таки NetEU, пока тестирую, пока в принципе мне нравится. Конечно, нет той обещанной скорости, которую мне сказали будет, но тем не менее, в принципе, скорость, ну, нормальная, то есть меня устраивает. Так что потестирую, еще сделаю потом конечный обзор, понравилось мне, не понравилось NetEU. Но самое главное, что у нас есть кастинг, у нас я переехал в новый кабинет. И теперь буду отсюда писать, сейчас буду видео отсюда писать. Вот такие у нас пироги дела. Пироги дела. Вот такие у нас дела, друзья. Кстати, там стоят две книжки. Одна по магазинам, одна по ресторанам. Это мои книжки, то есть они есть в печати. То есть кто занимается, возможно, интернет-магазинами, кто хочет открыть интернет-магазин, у меня есть книжка. И есть, у кого есть рестораны, есть у меня книжка «101 способ увеличить прибыль ресторана». Так что, друзья, если кому-то интересно, если кто-то хочет получить эту книжку от меня, напишите, и, ну, побольше, кто будет в Польше, я вам побольше ее вышлю. А если где-то в Россию, в Украину, Беларусь, то, ну, по цене доставки, то есть только доставку оплатите, а сама книжка для вас будет, как для моих подписчиков, будет абсолютно бесплатной, хотя она стоит денег. Так что, кому интересно, пишите в комментариях, хочу книгу, ну и мы с вами решим. То есть, если вы в Польше, то я за свой счет вам вышлю в подарок с автографом. Если вы живете дальше, чем Польша, то просто оплатите доставку, да и все. То есть, это тоже мой вопрос решим. Всем привет! Заказали мы пиццу, вернее, две пиццы заказали у разных ресторанов. Сейчас потестируем, потому что мы так и не проверили нормально какую-то пиццу отсюда. Так и, ну, пиццерии не протестировали пиццерии. Сейчас заказали у итальянцев и заказали еще там, еще одной конторы. Сейчас привезут, попробуем, ну и запишу обзорное видео. Что понравилось, что нет, но вдруг вы будете в Познане, будете в районе, в этом районе, либо будете знать, хорошая пицца, нехорошая. Ну, это наше оценочное мнение. То есть мы попробуем, скажем, вкусно, невкусно, потому что мы ели очень вкусную пиццу, и, ну, поверьте, мы уже разбираемся в ней. Так что ждите видео по тому, вкусная пицца или нет.
Так, ну что, привезли нам пиццу. Сразу видно, да? Аль Капоне, фирменная упаковка. И какая-то ресторация, пиццерия. Просто белая упаковка. Что на вид? На вид у нас, ну, довольно сочненько, вкусненько. Одна. И у нас вот вторая. Сейчас будем пробовать на вкус, как оно будет. Ну, вроде бы здесь упаковка хорошая, но мне кажется, мне вот это больше нравится на вид, чем вот это. Ну так, попробовали мы две пиццы. Ну, честно сказать, сложно кому-то дать предпочтение. Вторая пицца, которая была просто в коробке, без нарисована в белой коробке. Ну, как я предполагал, она была сочнее. То есть она прям очень сочная, на ней бекон был. И когда запекался, он пустил сок, плюс там сыр, то есть это все дало свое. Она очень-очень вкусная, сочная. Другая, которая была с таким рисунком на коробке, она тоже классная, она тоже обалденно вкусная. Тесто и там шикарное. Мягкое, вкусное, ну, можно, ну, прям, в общем, супер. Но почему сложно определиться с этим победителем? Потому что это две разных пиццы были, два разных вкуса, хотя бы, ну, есть составляющие похожие, но на самом деле там два разных вкуса было. И потому все-таки, ну, наконец-то, более-менее мы нашли для себя уже две пиццерии, благодаря тому, что заказали в двух разных. Для себя, именно, ну, где мы в следующий раз точно закажем пиццу. Так что, ребят, ну, не знаю, рекомендую, не рекомендую. Я ссылки никаких оставлять не буду. Оставлю просто картинки на их сайты. То есть, ну, как они выглядят на сайтах. И вы сможете сами потом найти там в Пицца Портал или Пышный ПЛ, то есть это по Польше. Найти и попробовать, если они у вас есть в вашем районе, в городе. Вот так, ребят. Друзья, всем привет! У детей сегодня праздник тыквы. Ну, типа. День тыквы. Да, день тыквы. День дыни. По-польски это день дыни. В общем, вот так. Поснимал немножко, но вот то, что меня до сих пор это бесит и раздражает, потому что вот я только что снимал видео в школе. И как бы пришли, сказали, нельзя снимать видео на территории школы. Хотя я вокруг вижу, блин, снимают все на фото, кто угодно снимает. И вот этот маразм я до сих пор понять не могу. То есть, почему я не могу снимать своего ребенка на территории школы? Это мой ребенок, это как бы я никого чужого не снимаю. Ну, в общем, как-то вот так. Потому немножко для меня это непонятно. Ну, в общем, немножко видео поснимал, посмотрите, как это происходит здесь у детей. Надеюсь, вам понравится. Собрались мы сегодня в кино, на мультик поедем. Еще не знаем, какой мультик. Там два мультика про монстров, про вампиров каких-то. Не знаю. Сейчас поедем, что-нибудь выберем. I wrote a book.
что, друзья, посмотрели мы мультик «Мы монстры». Очень прикольный мульт, рекомендую всем ходить с семьей. Особенно пойти посидеть на заднем ряду. Звук шикарный, картинка классная, мультик вообще обалденный. Понравился и нам, и детям очень. Так что действительно всем рекомендую. Сейчас зашли, дети еще поиграются на всяких там развлечениях. И пойдем домой. Так что, ребят, всем счастливо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех обнимаю. С вами был Александр. Всем пока-пока.